darkness. She is standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Этой композицией ивановец Максим Власов покорил сердца жюри международного конкурса Art Premium People Awards. Гала-концерт первого конкурса детского и молодежного творчества состоялся в Государственном Кремлевском дворце. Солист студии «Радуга» Максим стал лауреатом первой степени. Это высшая награда в номинации «Эстрадный вокал». Целый год проходили кастинги на эту премию во всех городах России. Я подал заявку в интернете, они ответили, что я сразу приглашаюсь на финал премии. И вот я выступала на сцене Кремля. На финал конкурса в Москву съехалось несколько тысяч участников. Молодых исполнителей поддержали Митя Фомин, Бедрос Киркоров, Антон и Виктория Макарские. Ведущим церемонии был Андрей Малахов. С некоторыми звездами Максиму даже посчастливилось фотографироваться. Хотя для многих участников эта премия запомнилась скандалом. Не все дети успели выступить и получить долгожданные награды. Приехало 6 тысяч на конкурс. Выступало около 100, даже меньше человек. И вот... Я был в числе их. Я этот конфликт только увидел уже у нас в Иваново по новостям, а так я даже не знала о нем. Ну, в каждом конкурсе бывают такие проблемы. Так что для меня это уже привычно. Вся страна знает Максима Власова по телепроекту «Синяя птица». Целый месяц он провел в столице, теперь наверстывает упущенное в школе. Все свободное время Максим старается посвящать музыке. Вместе с братом Денисом он даже выступает дуэтом. Всегда рад его послушать, как он поет. Как он играет на пианино, то есть нам это нравится. Всей семье получаем удовольствие. Максим пока не знает, свяжет ли с музыкой свою будущую профессию. Пока что это хобби для души, которому он готов уделять минимум 5 часов в день. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.